Я тут вот что подумала. За последние несколько лет Бритва отправил за Кэмом кучу людей. Они все пропали, понимаешь? Понимаю, он опасен. Он убийца. Я хочу того же, что и ты, но я не хочу твоей крови на своих руках. Докажи мне, что готов встретиться с Кэмом, одолей меня и моих парней, или я пас. Попробуем. Давай, Алекс, покажи мне класс. Пришлось, видите, притормозить, дабы обойти машину. Хорошо, кое-что ты умеешь. Ну, будем надеяться, что этого достаточно для того, чтобы тебя обогнать. Ах ты ж, зараза. Ну, как говорится, не одна, так вторая, да? Поднажми, Алекс! Пытаюсь. Это еще не победа, Алекс. Догадываюсь. Так. Пока везет. Главное, чтобы дальше так же везло. Там, кстати, во что-то вписываются даже. Правда, я, к моему счастью, этого не вижу, но это, наверное, и к лучшему. Так, вот это будет самую малость. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, потише летайте, дорогие мои друзья. Здесь люди машины водят, а вы тут летаете. Воу! Финишная прямая, Алекс. Ну что, тупо не дать ей себя обогнать, и в принципе все. Блин, где-то сзади. А вот и финиш. Двадцать уровень. Бронза. Да, не получилось у меня лучше пройти. Но на той гонке у меня удален звук. Ну как тебе? Ты за рулем, тебе виднее. Я помогу тебе, но, Алекс, я серьезно. Кэм может тебя убить. Ты готов поступить с ним так же? Пока не знаю. Подумай об этом. Вот, в общем, на той гонке у меня удален звук, поэтому пришлось перезаписать. Ты очаровал Алиту, я вижу. Если ты организуешь здесь ячейку 5-10, она пригодится. Здесь поподробнее. Как мы это сделаем? Выиграй гонку, выруби пару кретинов, окна побей. Вариантов море, делай все естественно, и другие гонщики тебя заметят. А потом? Стань тем, кем хотел бы быть, и люди пойдут за тобой. Хм. Предложение, конечно, интересное. Ну да ладно, посмотрим. Меня все-таки печалит периодическое дергание камеры. Не могу понять, с чем это таки связано. Так, ведется видеонаблюдение, все дела. Так. Давайте все-таки включим, наверное, карту. И найдем гонки. Стоп. Фига себе до нее ехать.
Так, ладно, давайте хотя бы вот сюда вот сделаем быстрое перемещение и оттуда доедем, чтобы все-таки по прямой. Алекс, есть тема. Зам Кэма занят контрабандой Беверглейдс. Может, нанесешь ему визит? Справишься? Справлюсь. Будем надеяться, что мы действительно справимся. Машина у нас вроде довольно мощная. Правда, не по таким дорогам, конечно. Ну, тоже, думаю, сойдет. Ну что же я вечно проезжаю гонки мимо. Так, в одиночку. Требуется машина класса внедорожник. Ты его видишь? Да, как и он меня. Пора нам познакомиться. Опять уничтожение. Не очень-то хорошие миссии. Отделай его по полной, Алекс. Сейчас догоним, потом отделаем. Держись за ним, Алекс. Стараюсь, что-то, правда, он очень как-то шустро гонит. Шустро гонит, малыш. Осторожно, Алекс, к тебе направляется полиция. Отлично. Эй! За что вы меня так не любите, ребят? Останавливаю его. Мы попробуем остановить его. Да пошли вы, знаете, ребят. Мне тут и так за две минуты надо этого чувачеллу. Диспетчер, у нас технический неполадки. Не можем продолжать преследование. Прием. 10-4. Твою налево. О, да ладно. Заграждение установлено. Вас понял. Всем экипажам преследования на пути следования развернуты посты. Так, две минуты. Зараза, ты хоть показывай, куда ты будешь ехать-то. Говорит воздух. Мы по-прежнему ведем объект. Понял. Черт побери, ушел. Этот парень не промах. Цель продолжает движение. Повторяю. Цель еще движется. Ну это логично, не правда ли, парни? Так, ну давай, давай, ну должен же я долбануть его. Твою налево. Ладно, хоть от ментов ушел, то хорошо. Ну, простите, от полицейских. Так, ну надо его выводить из строя. Потому что парнишка меня напрягает. Издевательство. Вырубить за 30 секунд. Времени не осталось. Не слезай с него. Круто. 2 хп. Да, очень круто. Будет больно. Так держать. Ты его видишь? Да, как и он меня. Пора нам познакомиться. Отделай его по полной, Алекс. Сейчас догоню. Он уходит. Вижу. Так. Осторожно, Алекс, к тебе направляется полиция. Отлично. Простите, пожалуйста, а я тут каким боком? Отлично.
Так. Ну нафиг полицаев. Цель продолжает движение. Повторяю. Цель еще движется. Он отказывается сдаться. Пробуем перехватить. А вы бы то есть сдались бы, да? Центр, у нас заканчивается горючее. Долго мы так не протянем. Слышу вас. Не слезай с него. Блокпосты на месте и готовы. Вас понял. Всем экипажам преследования. Падла. Вот же ж гонит-то, а. Хотя чё я торможу-то, блин? Бьюсь об заклад, парень не думал, что сумеет уйти от вертушки. Да я как-то и не парюсь по поводу вертушки. Ты достал его. Ну давай, давай, выезжай, давай. Ах ты ж падла. Держись за ним, Алекс. Лоханулся. Черт. 11 хп, ребят. Бортани его. Пытаюсь догнать сначала, подождите сбортануть-то. Будет больно. Ему, по-моему, нифига не больно. Так, лоханулся в самом, можно сказать, конце-то, а? У тебя мало времени. Так держать. Ну! Готов. На последних секундах издыхания. Заставил понервничать, падла. Всю морду из-за него разбил. Ужас. Ты хоть знаешь, кто я? Кэм тебя разорвет. Ты больше не работаешь на Кэма. Теперь ты работаешь на 5-10, ясно? Ты шутишь? Можешь проверить. Так. Куда нам теперь? Интересно мне знать. Гонка, я так понял, вот здесь вот есть, да? Технический нокаут. Давайте куда-нибудь сюда быстро переместимся. Алекс, если ты хочешь заработать себе репутацию серьезного гонщика, я знаю, что тебе делать. Само внимание, Алита. Я отправила тебе координаты. Покажи, что можешь. Так, где получается? О, где-то здесь, походу. Нет, не здесь, здесь, не здесь. Или на той таки стороне. Да, походу на той стороне. Значит, нужно развернуться. Да, вон она. Вышка. И сейчас мы ее активируем. Потом поедем тогда к гоночке.
Терминал найден. Замечательно просто. Чего меня все время в угол карты отфигачивает? Да чтоб тебя. Прыжок. Ладно, нам нужно вот, по сути, в ту сторону поехать к нужной нам гоночке. Так. Куда-то в эту сторону. Пока все идет хорошо. У нас накапливаются потихонечку денежки. И мне это замечательно нравится. А то, что камеру трясет, мне нифига не нравится. Даже как-то странно отбросило немножко, самую малость. Ну, делаем скидку на то, что нифига не видно. Ну, а также на кривые руки, кривые, больные, на голову. Ладненько. Ой, что-то засмотрелся на карту. В общем, мне на миссию, я так понимаю, сюда. Сюда же, правильно? Да. Суперкар. Супер. Кэма боятся и уважают. Боятся, потому что из-за него пропадают люди. Уважают, потому что он прекрасный гонщик. Рекорд Кэма на этой трассе просто потрясает. Как думаешь, сумеешь его побить? Посмотрим. Попробовать стоит в любом случае. Рекорд побить мало, порви их! Кого? Я один. Так, трасса 12 километров. Ну, короче, я должен проехать эту трассу быстрее, чем Кэм. В общем, мне надо просто тупо взбесить Кэма, чтобы с ним пересечься. Кстати говоря, я заметил, что последние серии, несмотря на все про все, что была вот длинная гонка, последние серии довольно неплохо так для вас, ребята, пошли и многим понравились. Ответьте в этой серии в комментариях, соответственно, хотите ли вы, чтобы я и дальше делал такие длинные странные гонки, потому что, в принципе, я их делать, наверное, буду, потому что повышать уровень машины нужно. Как и свой, собственно, общий, да, то есть... Что-то с камерой совсем плохо стало. Вот, поэтому ответьте, пожалуйста, в комментариях, делать ли дальнейшие такие длинные гоночки. Вот, естественно, сюжетку я, наверное, все-таки постараюсь как можно шустрее пройти. Но там дальше видно будет. Так. Какой-то непонятный, знаете, такой полусерпантин дорожный. То есть есть горный серпантин, и он как бы воспринимается у меня очень плохо. Это такой дорожный серпантин. Что просто воспринимается у меня слегка странно, никак не плохо. Так, в принципе, я иду примерно в 10 секунд, осталось там 5 километров или что-то около того. Так что, в принципе, ох, как мог сейчас вписаться, это нехорошо.
мог сейчас очень-очень нехорошо вписаться. И вообще-то кажется, что сейчас мне вот дают вроде плюс 20 секунд, но такое ощущение, что там будет момент, где надо будет просто проехать большое расстояние. Видите, я был частично прав. Большое, небольшое, но проезжать приходится. И в итоге с этими плюс 20 с лишним секунд остается намного меньше времени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы мне его порвать, мне нужно прям тут ускориться очень сильно. Финиш рядом. Что-то машину занесло жестко. Ладно, финиш. Не так-то он рядом, детка. Жми на полную. Дожал. На бронзу, наверное, заработал. Навряд ли на серебро или золото. Хотя, кто знает. Здесь по-разному бывает. Так, 28 уровень, в общем, получаем. Не, надо же, серебро. Плюс 7. Ну, неплохо, очень даже. Так, возвращение в свободный режим. Невероятно, ты справился? Пустяки. Врун. Когда об этом узнают, ты станешь живой иконой для всех рейсеров штата.